А еще я крестиком вышиваю. То есть с недавних пор я еще и бармен, и, ну, вообще-то диджеем бы я по жизни был. А еще я столяр-плотник третьего разряда. То есть я знаю, как делаются окна. Пластиковые окна тоже, ничего сложного. Берешь профиль, берешь паяльник, вставляешь стекло, ну, уплотнитель крепишь, и все. И поэтому пластиковыми окнами занимаются все. Вы обратите внимание, откройте любую газету, сколько там оконных конструкций вам предлагают. Но кто клиенты-то? Бабушки, дедушки, 10-20 человек, не больше. А мы сегодня решили показать, с кем имеет дело фаворит. То есть, кто к фавориту обращается. И насколько серьезные эти люди. Насколько значимые они для города Магнитогорска и Челябинской области. А это те предприятия, без которых нормальное существование города было бы немыслимым. Ну, по крайней мере, пока. И тут вопрос. Кто выигрывает тендеры в условиях жесткой конкуренции? Опять определимся. В тендере есть очень жесткие рамки технических условий. Не менее значимо качество и гарантии. А еще необходимо удерживать максимально комфортную цену для заказчика. Естественно, фирмы мелкие просто сдуваются и не тянут. И кто на рынке-то остается? Кто в действительности может себя противопоставить фавориту? Да по сути никто. То есть речь идет о серьезном производстве. Производстве не единичном. И это, естественно, не перекуп и не торгаш. Коих в городе пруд-пруди. Фаворит гордится своими достижениями. А вам уже надо понимать, что сеть филиалов этой фирмы – это не просто желание показаться крупнее и больше всех. Это стремление дойти до каждого. Ведь каждому же понятно, что большая часть тепла зимой и прохлады летом теряется через окна. Это прекрасно понимают те, кто за коммунальные услуги тратит деньги больше, чем владельцы трешек и коттеджей. А что будет этой зимой? Ой, цены-то на газ поднялись и не слабенько. И вы подумайте, сколько тепла теряют не только промышленные предприятия, но и колледжи, и школы. И все это деньги в действительности спущенные на ветер. Пятикамерные конструкции с тройным стеклопакетом, положенные в нашей климатической зоне, существенно экономят на отоплении. И почему мы вам показываем реально крупные объекты, а не дельные советы милых старушек, согретых буквально фаворитом? Да потому, чтобы вы поняли, у фаворита действительно конкурентоспособные предложения, проверенные десятками тысяч клиентов. Они при всем богатстве выбора остановились-то на ком? И тут другого варианта-то по сути и нет. Хочешь ставить качество? Ставь окна от фаворита. Количество клиентов в городе Магнитогорске. И вот что это за зубры? Магнитогорский металлургический комбинат. Ничего, имечко, да? Рест Магнитострой. Все-таки продолжает строить и города, и дома, и поселки. Почему нет? Магнитогорск остается привлекательным для тысяч мигрантов. Потому что что тут плохого-то? Ну, единственное, что с экологией, но других городов не бывает, где есть металлургия. А еще и объекты социальной значимости, школы, детские сады. Если бы я вам все показывал, не хватило бы тех 5 минут, оговоренных нашим контрактом. Но теперь вы понимаете, кто умеет делать. Кто делает массово, кто делает качественно. Это, естественно, фаворит. Если вы где-то видите вот этот фирменный бренд, это действительно бренд, и это символ качества. И вам надо подумать, кому теперь обращаться.